Всем привет! Сегодня мы с вами будем плести вот такое облако. Нам понадобится белый, черный и голубой бисер. Леска 0,2 или 0,22 мм. На левый конец набираем 4 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Складываем концы вместе, чтобы плетение было на середине. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 4 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисеринку.
На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующие две бисеринки. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку.
На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. Делаем обычный крестик. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Такими крестиками плетем до конца ряда. Завершаем ряд. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. Делаем обычный крестик.
На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Такими крестиками плетем до конца ряда. Завершаем ряд. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисеринки. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку.
На правый конец набираем одну черную и одну белую бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующие две бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну белую бисеринку, вторым концом проходим через нее. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем одну белую и одну черную бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. Делаем обычный крестик. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На этот же правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 белую и 1 черную, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 черную и 1 белую. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На этот же левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На этот же правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 черную и 1 белую, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На этот же левый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 3 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку.
На левый конец набираем одну белую и одну черную бисеринку. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Правым концом проходим в следующую бисеринку. На этот же правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку.
На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем одну белую и одну черную, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем одну черную и одну белую, вторым концом проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 белых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Приступаем к глазкам. Берем новый отрезок лески и проходим, как показано на видео. Набираем одну черную бисеринку. И проходим в следующую черную. Далее проходим в следующую черную бисеринку. И в еще одну бисеринку на этой четверке. Выводим концы лески на изнанку. Завязываем 3 узелка и обрезаем концы. Второй глаз делаем точно так же. Вот так у нас должно с вами получиться. Встретимся во второй части. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!